Россия будет продавать газ в европейские и другие недружественные страны исключительно за рубли. Об этом распорядился Владимир Путин, уточнив, что таким образом страна откажется от компрометировавших себя валют, в том числе доллара и евро. Мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты, начнем с этого, с нашего природного газа, переводу оплаты нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, за российские рубли. То есть отказаться от использования в таких расчетах всех скомпрометировавших себя валют. Президент России поручил правительству дать соответствующую директиву «Газпрому», чтобы тот перевел в рубли уже действующие контракты. На этом фоне курс доллара опустился ниже 95 рублей, а цена на газ в Европе превысила отметку в 1500 долларов за 1000 кубометров.